продолжение разговора. Привезли эти сушки. Готовы передать, спасибо. Как надо сделать. Здесь будем разгружать и заносить. Да, как да, по да. этажам разнесем? Нет, на первый этаж. Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и представитель местного совета депутатов Артем Садула приехали поддержать гостей детского лагеря «Родник». В качестве помощи они вручают важную и полезную в быту технику – сушильные машины. В приобретении, в частности, участвовал депутатский корпус, члены партии «Единая Россия». От Совета депутатов местного, от главы округа и от Московской областной думы привезли сюда 4 электрических сушки. А на каждом этаже есть оборудованная комната для стирки белья. Я думаю, что это немножко облегчит быт наших гостей на территории. И, конечно же, договорились о том, что все последующие вопросы будем прорабатывать и как можно быстрее их решать. Запрос на подобную технику прозвучал во время одного из визитов главы Пушкинского в детский лагерь. Просьбу реализовали в короткие сроки. Считаю, что это необходимая техника, так как дети каждый день бегают, пачкаются, стирают. Находимся на контакте. Все их просьбы стараемся выполнить, стараемся прийти на помощь. Необходимость такой техники в сложившихся условиях переоценить трудно. Сейчас в пункте временного размещения проживают 156 человек из Курской области и 116 из ДНР и ЛНР. Действительно нуждались в сушильных машинах. И нам действительно это было важно, чтобы все дети все-таки были чистенькие. Да. Поэтому огромная благодарность от нас. Спасибо вам. Мы будем на связи. И, соответственно, все необходимые еще ваши запросы отработаем в короткое время. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа.